справа. Вот это место. О, там даже причал. Вот здесь вот несколько мин снят. Да? Воронка была, да. Вот здесь до сих пор что-то можно найти, да? До сих пор что-то можно найти здесь. Все живо, все здорово. Никуда же ничего не делось. А там на берегу мы авиабомбу сняли. Там она, мы ее закопали там недалеко. Потому что подрывать нет смысла. Вот. А тут... А вот этот пирс, как он используется? Там лодка у человека, да, или просто? Приехал мохнатый парень, который загородил все нахрен, построил для себя пирс, на котором он не выходит, не пользуется. Uh-huh. Вот этот, у него даже сетка была в этот самый. Я говорю, слышь, убери, не смеши, я к тебе не полезу. Это, да вы что? Комплекс какой-то неполноценности. Это вообще. Уроды, конечно. Да. Ну это все приезжие, правильно? Так это получается вот там и там, вот этот вот на направлении. Это разлив, так да. Называемый. Здесь вот у нас лодки всегда стояли. А разлив, вот там железнодорожный мост, ага. Вот поезд пойдет, услышите. А там автомобильные. Ну, город там для ориентировки. Да. Вот. Да, я уже понял, да. То есть река течет вот так. Вы в Токсово пойдете через Куйвази или через большую дорогу? Нет, по большой дороге. По Приозерское шоссе, да? Да, нет, я пройду через это самое.